Кремле считают возмутительной публикацию видео с закрытой части совещания Путина. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя размещенный в интернет-издании Life News ролик, смонтированный из высказываний президента на совещании по ЖКХ в Калмыкии. Речь на заседании шла о реализации майских указов главы государства, о выполнении его предвыборных обещаний и решении проблемы ветхого жилья. Life News публикует фрагменты речи президента под заголовком «Путин угрожает распустить правительство». Видео начинается с просьбы Владимира Путина выключить телевизионные камеры. Как вы работаете? Качество работы ничтожное. Все поверхностно делается, понимаете? Если будем работать так, то ни хрена не сделаем. А если мы будем работать более настойчиво, более профессионально и с пониманием того, что нужно сделать, то сделаем. Значит, если мы этого не сделаем, то нужно будет признать, что либо я работаю неэффективно, либо вы все плохо работаете, и вам нужно уйти. Обращаю ваше внимание на то, что на сегодняшний день я склоняюсь ко второму варианту. И я думаю, что это понятно. Но чтобы не было никаких иллюзий, недопонимания, чтобы мы по-честному друг с другом разговаривали. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что высказывания Владимира Путина относились к разговору с главами регионов о ветхом и аварийном жилье, а не кабинету министров, как об этом написали в СМИ. На то, что опубликовано сказанное в закрытой части, является возмутительным и непозволительным с точки зрения этики. Песков намерен в ближайшее время связаться с руководством Life News с тем, чтобы у них запросить объяснение. Кремль не исключает возможности пересмотреть отношения с этой группой. Ну и вот в руководстве Life News уже подтвердили, что СМИ исключено из кремлевского пула. Об этом в своем аккаунте в Твиттере написал исполнительный директор News Media, главный редактор телеканала.